Всем большой привет! Сегодня мы будем снимать наш влог о деревне. Он у нас будет продолжаться в течение нескольких дней. Пока мы будем здесь, будем снимать каждый день какие-то отрывочки. Вот так вот мы одеты дома. Кофточка теперь такая есть. Она большевата немного, но мне нравится, как она выглядит. Прикольно. Кстати, вот она что-то начала блестеть. И ножки у нее стали так блестеть. Скоро мы ее поедем к нашему мастеру, отвезем и покроем мат варнишем, ну, матовым покрытием, чтобы так не блестело. Наконец покушаем смесь, потому что в дороге она просила кушать, но вот этой вот бутылочки не хватило. Вот так вот ручкой помогает держать бутылку, чтобы снять видео. Сама пьет. Мы сейчас идем в спальню. Будем смотреть на планшете какое-нибудь кино. Вот, поставили кино. Не знаю, сколько мы так продержимся, сколько будем лежать. Мне кажется, скоро она начнет ерзать. Аврорка наша. Вроде успокоилась, что-то заплакала, не понимаю, из-за чего. Наверное, животик болит. Стоим около окошка. Вот так у нас на улице. Откроем, кстати, окошко, проветрить. Аврорку пока вот так вот укрыла одеялом. Всем доброе утро. Сегодня у нас уже получается третий день, как мы в деревне. Вот, спали мы в боди. Дома у нас очень жарко, душно. Дверь от комнаты мы даже не закрывали. Сейчас, думаю, мы немножко умоемся с Авроркой. Уберем с лица пыль, потому что быстро очень скапливается. И потом будем кушать. Еще, наверное, я заберу из деревни вот эту бутылочку. Там есть газоотводная трубка, так как у Аврорки, похоже, колики. Вчера мы весь вечер гладили животик, потому что капризничала. Просто вот ни из-за чего. И я так полагаю, что у нее были колики. Вот, я взяла просто ватный диск. Тут кисточек у меня нет. Удобнее, конечно, пыль смахивать кисточкой. Вот так вот. В ручках вроде у нас нет пока пыли. Все равно так слегка протру. Ну, ножки у нас чистые. Давайте мы сейчас поменяем подгузник Аврорки. И потом уже наконец будем кушать. Так. В деревню мы, кстати, берем несколько подгузников. Целую пачку не берем. Ну, у нас тут есть вот такая. Кто-то уже ее видел, наверное. Но мне они не понравились, эти подгузники. Зато часто я их вижу опять в перекрестке. Они там продаются по 100 рублей за пачку. Но не всегда на них бывает скидка. Наверное, пока будем в этом же ботике ходить. Надену только носочки. Вот так вот там. Чтобы ножки не замерзли. И надо проветрить комнату, потому что очень жарко. Поэтому укутываемся в одеяло. Хорошенечко. Вот так. И еще, наверное, шапку наденем.
например, вот такую. Пока что ее положу на кровать. И открываем окно. Теперь будем кушать смесь. Ну вот, бутылочку я помыла. Теперь будем ее сушить. Кстати, всем советую сразу мыть бутылки и сушить их, чтобы потом не было неприятного запаха. Еще наконец-то заберем вот эту тарелочку и ложечку, потому что уже много времени они тут лежат, и мы их все забываем привезти обратно домой. Посмотрите, кстати, какие тут лежат у меня игрушечки. Я их шила сама из фетра. Все это сделано вручную, потому что на машинке это будет неудобно. Вот, почти доделаны, осталось только добавить глазки. Не знаю, вот, наверное, куплю бисер черного цвета и вот сделаю глазки. Тут тоже надо сделать их пингвинчик такой. И вот, будут новые игрушечки. Может быть, даже сделаю какую-нибудь карусель, не помню, как называется, маятник, который вот ставят для кроватки. Вот так мы переоделись. Будем сейчас фотографироваться с зайчиком. Вот такие вот еще у нас есть красивые декорации. Мы уже пофотографировались. Теперь можно снять юбочку. И наденем вот этот комбинезон. Ну вот, переоделись. Захотели к маме на ручки. Вот, ходим, смотрим смешариков. Скоро уже мы будем укладываться спать. Ну вот, все, уснули. Такая вот она у нас в комбинезончике, там пухляшка. Вот и зайка, любимый Авроркин. Мы вышли на улицу. На улице идет снег. Немножко пофоткаемся на снегу. Мы уже дома, наконец-то. Очень долго были в деревне. Вот, и на этом мы будем заканчивать наш влог. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и ждите новых видео. Всем пока-пока!